Все документы сейчас подаются через анкету на сайте airastana.com, но чтобы ты сразу был заряженным, пожалуйста, приготовь фотографии и скан следующих документов. Паспорт, копия основной страницы и всех с визами. Самое главное тут убедись, что он у тебя был свеж как минимум 2 или 3 года, так как на него будут тебе делать визы, и важно, чтобы тебе не нужно было его менять, особенно перед тем, как тебя посылать на обучение. Не делай сразу себе геморроя. Аттестат школы, копия. Здесь все понятно, но есть один нюанс. Если в аттестате есть графа GPA или средний балл, в анкете вбей этот результат в графу Total Academic Score. Если нету такого, ты понял, как это сделать. Просуммируй все оценки по всем предметам и подели на общее количество предметов. И сделай это в уме, так как счет в уме тебе пригодится на матеше. Диплом и расшифровка, если имеются копии. Тут как бы все понятно. Справка о несудимости. Да, эта справка, думаю, в Казахстане нужна везде, поэтому сходи в ЦОН, развейся или закажи по ЕГОВУ. Medical Certificate, FLEG, если, конечно, у тебя это имеется. Вот тут смотри, дорогой мой кандидат, я подробно расскажу, что да как в уроке про медкомиссию, но если ты один из тех, кто уже как бы в теме, то наличие годного сертификата FLEG первого класса дает тебе сразу плюс 200 к карме и уже ускоряет твои шансы. Но если пока его нету, не нужно отдаваться панику, все хорошо. Он не обязателен на первом этапе. Сертификат IELTS или TOEFL. Если он у тебя есть уже сейчас, то это очень хорошо, но он не обязателен. По моим последним данным, правило меняется в хорошую сторону. И я тебе это объясню в видео про English, так что don't worry, man. И последнее. Не думай, что тебе позвонят на следующий день после того, как ты подал документы. Хотя это не исключено. Поэтому, пожалуйста, наберись терпения и продолжай готовиться. И жди своего звездного часа. И когда они позвонят, ты будешь готов раскачать их клуб.